Там реально ветряк крутится, чуваки. Так, ну по идее... Что? Я просто их чуваков облетел сейчас. Так, аккуратно, проезжаем. Быстрее, быстрее, брат. Машины едут. Я буду смотреть, это будет. Так, налево, налево. Нет, нет. Это что за мини-игра такая? Нормально, все под контролем. Все, рулим, заруливаем, переруливаем. Вот так, вот так. Хорошо. Вот так. Вот так. Давай. Газуй. Движок заводится. Всем здорово, чуваки! С вами Джел, и сегодня со мной Флейзен. Мы играем в GTA 5 Online с обалденной рубрикой «Хороший, плохой чекпоинт». Всем здорово! И банда мини-куперов врывается на крутую карту! За мной вперед! Ой, чё это я последний еду? Чуваки, я знаю, что вы любите смотреть скилл-тесты, особенно когда мы проходим на хороших или плохих машинах. И сегодня нужно ехать за чудаком! Не туда! Не туда! Нам налево! Разворот! Да меня выталкивают! Разворот! Так-так-так! Эй, а вон там все разбежались. Чуваки, именно в этом видосе нам с Пашей предстоит проверять свою удачу, свое везение и свое невезение, потому что кто перепроходит скилл-тест, будет выбирать чекпоинт. Паша, стой. Я еду первым. Нет, я сейчас буду ехать первым. Я хочу выбрать чекпоинт. Давай, давай, мини-купер. Да что это за клапки недоделанные? Так, пацаны, в очередь, Главное не толкаться, не пикаться. О, не подрезаться. А сейчас весь народ приедет. Паша, да ты проехал, когда никого не было. Так, елки-палки, хардкор. Ты первый скилл-тест. Да, я смогу. Так, аккуратно, давайте, телепузики, едем вперед. Вот так, нормально. О, давай. А вторую яму ты преодолеешь или упадешь? Я преодолею. Кто будет первым, ты или я? Вперед. Давай. Мы сегодня два желтых с тобой колобка. Опа! Летим! Да ладно. Летим! Ой-ой-ой! Чего? Ой, сколько я народу? Я выбираю правый. А я тогда выбираю левый. А чё никто не выбирает, смотри? А, все нас ждут. Так, я слева, второе место. Что это, человек? Парашют? Я человек. А кто ты? Я волк какой-то. Какой ты волк? Я знаю, что ты волк. Подожди, а куда нам надо? Нам вниз надо. Только не говори, что ты... Я лучше. Это ты, что ли? Паша, ты стал обезьяной. Ой. Нет, ты быстрый, ты еще прыгать умеешь. Ну-ка, подпрыгни. А, не умеешь, что ли, прыгать? Все, читерство. Это был хороший чекпоинт у него. А я поеду. А тебе надо через трассу бежать. Что? Не-не-не, кто меня зовет? Никто меня не зовет. Я самый профессиональный бегун. Так, аккуратно, проезжаем. Быстрее. Я буду смотреть, это будет. Так, налево. Ой. Нет. Это что за мини-игра такая? Я помню, на телефонах была такая игра похожая. Чуваки, кто знает, играл такой, пишите в комментах. Быстрее, телки-палки, давай, вставай. Быстрее, вставай! Я приуныл что-то немного. Так, так, нормально. Ламборгини! А как мы пробежали? Там чуваки бегут обратно. Быстрее! Так. Ребята, симулятор реальной жизни. Как перебежать через дорогу? Ой! Быстрее. Так лучше не перебегать через дорогу. Да, чувак, пошмяу палаш. Давай! Все, чекпоинт я взял. Я был на втором месте. Ой, самое жесткое это автобусы. Ты со мной так, а я сам по себе. Опа! Что? Нифига себе, я невидимую стену перепрыгнул. Давай! Так, проезжаем, пробегаем. Давай, чуваки, давай, нам в обратную сторону. Я передумал, подождите. Я опять передумал. Так, едем. Аккуратненько. Все, наконец-то. Беги. Ну, вам повезло вообще. Вы со зверей можете просто перепрыгивать каждую тачку. Что? Да вы издеваетесь. Мне снова на ту сторону бежать. Еще ладно, раз. Раз, два, три. Бегу. Вот бегу без остановки. Так. Беги. Там вообще хакеры какие-то ездят, я не понимаю. Читерские машины, читерские боты. Еще раз. Я и в газ дам кому-нибудь. Так, давай, раз. Погнали. Давай. Пропускаем. Да я самый быстрый. Подожди, вот так. Воу. Ну, ребята, я научился бегать. Тут главное смотреть в обе стороны. Итак, все, один раз и чекпоинт. Так, что? Да вы издеваетесь. Почему опять? Аккуратно. Давай, успею. Оп, бежим. Автобус. Ха-ха, я победил. Что? Это ты был, Паша? Да. Я думал, это бот на меня выехал. Я охренел, что ли? Я человек куст какой-то. Так, вот скрываюсь в кустах, ребята. Бежим. Без остановки. Аккуратно пробегаем. Вот тут. Получится, не получится. Смотри, а ботов мало стало. Воу,
переносом, переносом, нормально. Все, чуваки, берем тачку. Я сколько тут времени потратил, чтобы пробежать эти дороги? Это капец. Ну, я был первым. Ага, кто был первым? Ага, это еще не все. Кто первый, кто первый, кто первый, кто первый, кто первый? Кто первый? Вот я первый, я первый. Давай. Да, нет, да вы что? Это карма. Это не карма. Нет, это гелики, гелики противные. Я из этого гелика велик сделаю сейчас. Здорово, пацаны. Здорово, пацаны, здорово, пацаны. Так, где тут хороший чекпоинт, где плохой, Паша? Выбирай! Я поеду налево. Налево, я направо. Меня чуть не закинули в чекпоинт. Итак, итак. Да, да. У меня получше. Нет. У тебя полный привод, у меня задний привод. У меня дядя. Ладно, дрифтить будет тачка. Ладно, третье место. Тоже неплохая позиция. Ну смотри, я же скилл-тестер, профессиональный. Ну-ка, проеду с первого раза или нет. Я за тобой еду, давай. Оп, 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 оп. Нормально, нормально, нормально. Нереально. Да блин. Ну ладно, ладно. Зато я не один хотя бы на этой тачке еду. Сегодня много народу нас. Опа, едем, едем, едем. Вперед, банда, вперед. Так, тут сильно главное не разгоняться, потому что тут можно вперед улететь. Аккуратно. Какой ветряк, какой ветряк. О, тут ветряк. Нет, 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 нет. Берись. Я вначале даже не заметил его. Там реально ветряк крутится, чуваки. Так, ну по идее. О, что? Я просто трех чуваков облетел сейчас. Офигенно, офигенно. Так, ветряк, пропусти меня, я пропусти меня. Тебя, меня подрезали. Ты меня видел? Куча мала. Давай, 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 давай. Аккуратно. Еду, 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 еду. Я прям с тобой. О, на хвосте у Паши. То есть, смотри, ты не прошел, и я не прошел. Поэтому можно еще обогнать его. Нифига, я разогнался. Аккуратно, вниз, вверх. Ай. Да я говорю, плохая машина, она не может вверх ехать. Ай, как это пройти, как это пройти? Давай, Леха, ты сможешь. Нет, ты уже два раза меня обогнал, я третий раз не позволю обогнать меня. Давай, 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 машина, давай, давай, вверх, 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 вверх. Кстати, ты два раза приехал первый и два раза выбил хорошую тачку. Как ты это делаешь? Аккуратно. Я просто профессионал. Вот тут не надо разгоняться. Аккуратно, едем. Аккуратно, вверх, поднимаемся, давай, 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 давай. Но она дрифтить начинает. Сантиметра не хватило, чекпоинт! Ну я хотя бы не один, вон братушки мои тут ездят со мной. Опа! Давай, братушка, давай, давай, давай. Какушка! Какая какушка? Ракушка! Так, вот тут не газовать. Вот у Паши можно на полный газ ехать, а у меня, ребята, нужно притормаживать, потому что. У меня начинает... полный привод! Да, в этом и плюс, а у меня задний привод. Вот тут особенно плохо. Вот, вот, вот! Давай, 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 давай! Кто первый? О! А ты не проехал? Я думал, ты проехал. А ты прошел? Да, а я прошел. Ой-ой-ой, ой, а ты где-то? Выбирай, а ты где-то? Чекпоинт тогда. Давай, я выбираю. А тебя не видно. Ты где едешь, Паша? Снизу, что ли? Я сзади. Вон он. Ну-ка, ну-ка, смотрим, смотрим, смотрим. Давай, 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 давай. А, это не ты, кстати. А, что? Я думал, за тобой следил. В этого не видели. Я там стою, слежу за ним. А это другая машина ездит. А я стою за тобой. Так, лево или право, лево или право. Вот я предсказываю, слева хорошая машина, самая лучшая. Поэтому тут, а что у нас? О, а я думаю, справа хорошая. Ну тут я скажу тебе, я не знаю. Что у тебя справа? Подожди, что это? А ты посмотри назад. Что там? А что? Что у меня самолет? Иди, папа, отсюда. Паша, ты что такой гигантский? То есть я опять выбрал плохую тачку себе? Меня зашивало. Так, подожди, подожди. Ну он маленький, он должен быть ловкий. Вперед. Лечу тебе. Нет, это не стенка на стенка. Улетаем. Сейчас он будет драться, я буду, ребята, кусаться. Давай. Вверх, 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 вверх. Не догонишь, не догонишь, не догонишь, не догонишь. Смотри, у меня маленький. У меня вентили больше. Трюковой. Чего? У меня пропеллеры больше. Быстрее. Сейчас зашивет. А куда? А вот сюда. Нет. Уйди, 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 уйди. Да я не хочу под пропеллер мой вставать. Мясорубка ходячая. Все, прячемся сюда. Зато у тебя не маневрированный. Из тебя шаурму сделаю. Я сейчас сам шаурму сделаю. Да я опять прилипала. Нет. Меня ветром сдувает от лопастей твоих. Так, погоди. Давай, давай, давай. У меня дымлюся, у меня дымлюся. Так, вперед, вперед, вперед. Улетаем, ребята, улетаем. Это битва. Не командная, я сам за себя каждый. Не надо! Уйди, уйди, мясорубка! Так, 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 так! Нет! Нет! Вперед! Нормально, нормально! Я чекпоинт взял, мне пофигу! Давай, взлетай! Чуваки, это капец! Это ужас! Главный хейтер в плейзин! Да как так-то? Я шучу над тобой! Капец! Что?
У меня просто оторвались мои эти перышки. Да это вообще трындец. Где ты? Я лечу к чекпоинту. Я починился, я тебя тамщу сейчас. Давай, вылетаем из трубы. А где? Снизу. Опять он первый. Да как? Да я еще не взял чекпоинт. Люди обманывают, блин, я думал, он далеко. Так, иди сюда, я вижу его, но я тоже далеко. Так, миниатюр не сбивать, я так дымлюсь. Разгон. Да я не буду тебя сбивать. Разгон, аккуратно. Нет. Нормально. Так, у нас, по идее, раз, два, три. Три элемента. Я вижу еще минимум три элемента. Поэтому три раза я могу тебя сделать. Аккуратно. Давай, спускаемся, катапультируемся. И берем транспорт. Это довольно жестко. Девочек, пропускай. Вперед, давай. Кого пропускаешь? Опа! Давай, что берешь? Левый или правый? Вот тебе два раза повезло хорошую тачку выбить. Три раза даже. Сейчас не повезет. Давай. Тогда правую, значит, я поеду налево. Стопудово развалюха. Давай. Ну не может ему четвертый раз повезти. Итак. У тебя что? У меня джип. Я ж сказал! Фургончик! Давай. Езжай. Опа, на тебе. Что? Не можешь подняться? Я тебе помогу. Иди сюда. Паша, я тебя подтолкну. Себе давай. Нет, я буду тебе помогать. Ты мне помогал на вертолете? Я тебе сейчас помогу тоже. Давай! Толкаем его! Во, правильно. Давай. Помощь действуй. Вперед. Иди, папа! А что это такая помощь кривая? Ну ничего, зато я... Не взорвался. Ну, немного взорвался. Так, куда там взорвался? Вы что, уехали без меня? Офигели, что ли? Давай. Так, едем. Подожди, но у тебя тачка, она фиговая. У меня хорошая. У тебя должен быть проигрыш сегодня. О, что там, застрял, да? Еду на полной скорости. Оп, притормаживаю. Опа! Ага, чудака скидываешь. Перекрыли дорогу. Никому вы не перекрыли. Да что такое? Я тебя догоню, я тебя тамщу, Паша. Иди сюда. Догоняй. Ты прошел? Офигеть, смотрите. Какой ты упал? Что ты обманываешь? Я вижу, там стоит вон он. Так, аккуратно. Я сзади. Что сзади? А, серьезно? Это не ты, значит? Это хорошо. Так, иди сюда. Опа! Ой! Так, аккуратно. Что попадаешься ты? Не, подружки, играем подружки. Аккуратно. Вот тут, чувак. Ой, попахивают чем-то. Подставы какой-то. Задний ход. Так, беру разгон. Надо разгон взять. Так, аккуратно назад. Так, вперед. Сейчас. Я пытаюсь разгон взять. Ай! Да Паша! Да выпендривался называется. Я его догоню. Так, ребята, стоять! Опа! Ты меня не затролли! Ты кто? Кто взорвался? Так, давай! Что там, не переехать лавочку тебе, да? Оп, иди сюда. Так, аккуратно. Да, у него с лавочками проблемы. Оп, полный газ! Иди сюда, стоять! Я его догоню, ребята! Я тебе говорю. Так, догоню. Ой, а что ты догонять? Я могу тебя обогнать! Вот так. Пропустите профессионала. Воу. А, задний ход! Застрял, папа! Слушай, я тебя пропущу вперед. Давай. Давай вперед! Ой, он это не проедет, чуваки. Он стопудово не проедет. Так, аккуратно. Давай. Давай. Помогай, друг дружище. Да нормально, турбо, скорость. Вперед! Давай. Ой, ты что, не справился с управлением, что ли? Пипец. Научись управляться аппаратом. Ой, как этим аппаратом. Эй, подождите. Паша, ты там. Издатель мемов. Помоги мне, пожалуйста. Вот, давай. Давай. Ой, ща как помогу. Не. Я тебе подружки помогал. Да подожди. Я не надо помогать, я передумал. Ой, я так. Уже еду. А, все, а дорога перекрыта, ты не пройдешь. Давай, машина. Аппарат вперед. Так. Помогаю. Спасибо. Я еду. Привет, соседу, я еду. Давай. Вот, я же говорю, я профи, так, смотри, вот так. Я погоди. Не надо погодить. Не в ту сторону. А что там еще, поворот, что ли, какой-то? Ой. Тут надо еще проезжать. Ой, так, еще не засмотрелся, не улетел. Так, ну, по идее, за это время я успею даже догнать Пашу, ребята. Главное не торопиться, хотя можно и поспешить. Так. Главное не толкаться. Ну, на моей тачке это вообще легко, Да. Играем дружно. Пока что, Ола, у меня хорошая машина, я могу реально... Победить! Аккуратненько, вот так! Тихо. Я понял минус! Ой! Я на пузо сел! Пузо почесал немного себе так. У меня вот тоже так проезжаем. Пузико такое большое. Да, пузико большое. Так, отъел его пиццей своей. Пиццу выиграл часто. Так, значит, Оба! Все, чуваки, еще немного. Кстати, я тебя догоняю очень быстро, наши. Лёха, давай, мы догнал. Сможем! Оп, главное на пузо не сесть. Так. Оба!
Маша, как это возможно? Нет! А как? Давай! Стой! Стою! Я помогу! Помогай! Давай, а как? Стой, зареспавнишься! Чего? Я тебя толкну! Да я сам зареспавнился! Давай! Сейчас! Оп! 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 Жди меня! Так, ой, мне тут помогают немного! Давай! А меня тут пытаются скидывать! А я тут зарядку делаю! Чувак! Наблюдает, смотрите, наблюдает и смеется там, наверное! Давай! Один час спустя. Ой, спасибо, очки, так, аккуратно. Давай. Уу, меня вытащили. Скинули. Попытка номер 365. Кто тут застрял у нас? Давай, я не знаю, давай. Аккуратно. Паровозик желтых. Давай. Так, вот так. Едем, вот так, банан вот мой так. Большой. Реально, мы как один большой банан. Паша, а ты толстый, как банан. Тихо. Пацаны! Да почему так происходит? Это капец, чуваки, там все попадали! Это самый сложный элемент в мире! Особенно для джипов! Давай! Джипчики! Да, у них колеса соскальзывают! Надо, короче, ехать медленно и аккуратно, с видом, спереди, вот так! Во! Ой! Нормально, все под контролем, все! Рулим, заруливаем, переруливаем! Вот так! Хорошо! Вот так! Вот так? Нет, я упал! Проблемы начались! Давай! Газуй! Движок заводится! Давай! Толкайте меня! Банда! Такого я не ждал! И спустя полгода... И спустя полгода номер два я доехал аккуратно. Короче, надо очень медленно ехать, но на этих лавочках надо газовать. Вот так, газуем, ова! И при этом ловим баланс. Газуем, ова! И ловим баланс. Так, газуем, ова! Ой, нет! А чё это мы стоим тут? Нормально. Да потому что тут чуваку скинут нас. Нас скинуть хотят? Так, давай. Мы проедем. Вот, нормально, я выживу. Он не хочет меня пускать. В смысле не хочет пускать? Офигел, что ли? Сейчас мы его... Ой, а чё это я? Как это я? О, Паша, быстрее. Давай. Да, пацаны! Вот у меня я понял. Нифига не хороший чекпоинт. Это что такое? Всегда я начинаю говорить, и я падаю в этом месте. Так, чуваки, у меня тачка, вот понимаете, у Паши она более широкая, и она помещается идеально, а у меня она прям спрыгивает, соскальзывает колесами сама по себе. И на пузе сидит. Ты еще. Сможешь? Давай, я буду подруливать чуть-чуть по сантиметру, по миллиметру. Оба, прыжок. Нормально. Осталось детей. Чуть-чуть, только повернуть. Да, только один поворот. Вот тут я все время падаю и не доезжаю. Давай. Оба, поворот влево. Красава. Да! Давай, Паша, левый или правый? Это финишный чекпоинт, если не ошибаюсь. Направо. А я налево. Посмотрим, кто быстрее. Ова! Я лучше. У меня! Каргобоб! Серьезно? А у меня дирижабль. Подожди, так я не знаю. У меня вертушки, а у тебя пропеллер, как у Карлсона. Ты что такой быстрый? Сюда иди. Гонка найди. А я тебя могу подцепить крюком, интересно. Крюк опускаем. Иди сюда. То есть это финишная прямая, серьезно. Давай. Я вижу финиш. Ребята, так. Кто будет первым? Дирижабль или вертолет? Оп, у меня есть лопасти. Давай. Ой, проблема ваша. Воздушный шарик, время лопнуть пришло. Давай! Лопайся! Кто первый? Ты был? Я скорее. Ну что ж, чуваки, на этом видос подходит к концу. Кому он понравился, поддержите его огромным лайкосом. Ну и в комментах пишите, хотите ли еще видеть хороший такой чекпоинт по скилл-тестам. Ну а с вами был Джайл Плейтин. Ссылка на башню также в описании. Переходите и подписывайтесь. Ну и можете его поздравить в комментах. Ну а с вами были мы, крутые пацаны. Всем удачи, всем покедова! Всем пока, народ!